Добрый день. Я сегодня здесь нахожусь для того, чтобы выразить свою искреннюю благодарность уважаемому господину Мехди. Впервые я попала в господину Мехди больше 2 лет тому назад. Ну, катастрофа в жизни случилась. Случилась, которую я очень тяжело пережила. В течение года все, что говорил Мехди, как он говорил, так и случилось. Через год я вернулась на работу, в семье воцарится покой. Сейчас я могу себя назвать счастливой женщиной, потому что у меня наладилось все. И в семье, и на работе. И самое главное, в душе поселился покой и гармония. И самый бесценный дар, который я могла получить, это любовь и хорошее отношение очень дорогого мне человека. Спасибо вам, Мехди, за все, что вы делаете для людей.